Здравствуйте! Это программа «Вопрос эксперту» в студии Ирина Петрова. Ирина Петрова – старший помощник прокурора Республики Татарстан по правовому обеспечению. Моя соседка получила путинские выплаты на ребенка 10 тысяч рублей. Их сразу же арестовали судебные приставы за долги по кредиту. Это законно? 1 июня 2020 года вступили в силу поправки к Федеральному закону об исполнительном производстве. В связи с многочисленными жалобами граждан на то, что на причитающиеся им социальные выплаты на детей служба судебных приставов накладывает взыскания из имеющихся долгов, прокуратура Республики Татарстан разъясняет, что это незаконно. Согласно вышеуказанным поправкам, не может быть обращено взыскание на средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.